Первый в Китае частный музей открыл свой третий филиал в Шанхае. Новый музей Гуаньфу разместился на 37-м этаже Шанхайского финансового центра. Выставка из 400 экспонатов занимает 5 залов. Половина представленных золотых изделий из личной коллекции владельца музея Мавэйду. Среди них около 200 чашек, тарелок и ювелирных украшений, в том числе 4 века до нашей эры. Собирать антиквариат Мавэйду начал в 80-е годы, а в 1997-м открыл первый в Китае частный музей. Сначала в Пекине, а затем в Ханчжоу и Сямэне. В его коллекции керамика, статуи Будды и костюмы позднего периода династии Цин. А в шанхайском филиале музея Гуаньфу созданы китайскими мастерами по заказу западных компаний фарфоровые изделия. Уникальные реликвии экспортировались за рубеж в период династии Цин. «200-300 лет назад китайские товары были популярны в западных странах, примерно так же, как сейчас КНР растет спрос на изделия из Европы. Представленные в музее экспонаты – свидетели того времени. Среди них фарфоровые наборы с узорами из истории христианства и греческой мифологии. Все они созданы руками китайских художников.